Уважаемые друзья, коллеги, добрый вечер. Мы продолжаем цикл лекций про редкие заболевания неврологические. Сегодняшней нашей лекции, которая будет посвящена приобретенным и метаболическим миопатиям, поражениям мышц. Метаболические миопатии подразделяются на миопатии при болезнях накопления гликогена, пуринов, липидов и на митохондриальные миопатии. Начнем с миопатии при болезнях накопления гликогена. Остановимся на наиболее распространенных формах и от более распространенных форм перейдем к более редким. Болезнь помпы, гликогеноз второго типа, это дефицит фермента кислая мальтаза. Здесь указана хромосомная локализация дефекта. Выделяют инфантильную форму, которой страдают младенцы, наблюдаются гипотония диффузная мышечная, вот, и более популярная, так сказать, и более актуальная взрослая форма болезни. Она часто встречается, развивается проксимальная или дистальная слабость, развиваются когнитивные нарушения, деменция. Возникает поражение центрального и периферического мотонейрона. Больные жалуются на недержание мочи. Течение болезни не прогрессирующее, а достаточно статичное. Но иногда имеют место случаи прогрессирования с развитием дыхательных нарушений, которые становятся фатальными. Тип наследования болезни аутосомно-рецессивный, то есть болезнь встречается в семье, но не у отца и сына, например, да, может быть, там, у больного и его там, дяди. При электромиографии выявляются потенциалы типичной спонтанной активности, такие как потенциалы фибрилляции, положительные острые волны, возможная фасцикуляция, и возникают миотонические разряды, генез которых при этом заболевании точно не установлен. И при миографии игольчатой регистрируются также миопатические единицы. Следующая болезнь – это гликогеноз третьего типа, болезнь Кори-Форбса. Также эта болезнь называется патология Дебранчер-фермента, нарушение разветвления гликогена. Значит, на хромосомная локализация здесь указана. Также при инфантильной форме возникает диффузная мышечная гипотония у ребенка, а при взрослой форме клиническая картина возникает такая же, как при болезни помпа. Вот, тоже аутосомно-рецессивное заболевание, течение достаточно статичное. Здесь случаи прогрессирующего течения редки. И при электромиографии возникают такие явления, как миотонические разряды, комплексные повторяющиеся разряды, потенциалы фибрилляции, фасцикуляции, положительные острые волны и также характерна сенсомоторная аксональная полиневропатия. Значит, при этих формах проводится дифференциальный диагноз с боковым амиотрофическим склерозом, поскольку имеет место поражение центрального и периферического мотонейрона. Вот здесь показаны миотонические и псевдомиотонические разряды у молодой пациентки 32 лет с взрослой формой болезни помпы. Первоначально у больной предположили БАС из-за наличия обычной полиморфной спонтанной активности, наличия парезов в мышцах ног. Вот. Но при этом у больной были низкие рефлексы и были множественные миотонические и псевдомиотонические разряды. Миотонический разряд слева на картиночке – это разряд это группа таких вот потенциалов убывающей амплитуды, которые при прослушивании электромиограммы имеют такой вид, как шум пикирующего бомбардировщика, взлета самолета. Вот. Псевдомиотонические разряды – это разряды высокочастотные, однородной амплитуды на картиночке справа, которые тоже издают характерный звук при прослушивании электромиограммы.
Следующая болезнь – это гликогеноз четвертого типа, болезнь Андерсон. Тоже наблюдается нарушение разветвления гликогена, но уже бранчинг фермента, указана хромосомная локализация. Болезни являются аутосомно-рецессивной. При инфантильной форме у детей имеют место генерализованные парезы, а при взрослой форме тоже проксимальная или дистальная слабость. При электромиографии характерны комплексные повторяющиеся разряды, миотония встречается редко, течение болезни статичное. Вот справа показаны накопления полиглюказановых телец в мышечных волокнах. Это такие беленькие включения, да, между мышечными волокнами. Следующая болезнь – это болезнь Маккарделя, гликогеноз пятого типа. Это дефицит миофосфорилазы. Хромосомная локализация указана. При инфантильной форме выявляют у ребенка грубый тетрапарез, а при взрослой форме характерны такие симптомы, как более доброкачественное течение в виде нарушения толерантности к физическим нагрузкам, крампи в мышцах, миалгия, утомление. Наследование болезни являются аутосомно-рецессивным, и при электромиографии редко выявляют фибрилляции, в основном выявляют комплексные повторяющиеся разряды, положительные острые волны, да, некроз мышечных волокон, и также выявляется декремент М-ответа при ритмической стимуляции. Течение данного заболевания прогрессирующее. Ну, если мы выявляем декремент М-ответа при ритмической стимуляции, понятно, что проводится дифференциальный диагноз миастенией. Вот здесь показано, как при болезни Маккарделя выявлен миастенический синдром, да? Отмечается декремент амплитуды М-ответов при ритмической стимуляции в мышце бедра. Следующая болезнь – это гликогеноз седьмого типа, болезнь Таруи. Это дефицит фосфофруктокиназы. Хромосомная локализация указана. Начинается болезнь в детстве с крампи, утомления, нарушений толерантности к физической нагрузке. Да, такие дети, например, сообщают, что вот в школе они не играли в футбол вместе со своими сверстниками, но могли стоять на воротах, да, не могли бегать, подтягиваться, да, вот не могли много приседать. А течение болезнь характеризуется прогрессирующим течением, наследуется по аутосомно-рецессивному типу, и миография такая же, как при болезни Маккарделя, то есть тоже редко возникают потенциалы фибрилляции, в основном комплексные повторяющиеся разряды, положительные острые волны, и миастеническая проба может быть положительная. Проводится дифференциальный диагноз миастенией. Следующая болезнь – это гликогеноз восьмого типа. Это дефицит фосфорилаза Б-киназы. Хромосомная локализация здесь указана. Начало может быть во младенческом или во взрослом возрасте с нарушением толерантности к физической нагрузке. Характерна миоглобинурия, возможны легкие парезы. Наследование аутосомно-рецессивное, течение также прогрессирующее. При электромиографии изредка выявляют комплексные повторяющиеся разряды, потенциалы фибрилляции, положительные острые волны. Значит, следующая группа заболеваний, да, это гликогенозы 9, 10 и 11 типа. Значит, характерно для этих заболеваний то, что наследование аутосомно-рецессивное, течение прогрессирующее, но электромиография у этих пациентов в норме. Значит, разберем более подробно. Гликогеноз 9 типа – это дефицит фосфоглицераткиназы, находится на X-хромосоме, на ее коротком плече, генетический дефект. Начинается в детстве, возникают крампи, миоглобинурия, нарушение толерантности к физической нагрузке, парезы возникают редко. Вот. Для этого заболевания характерно сочетанное наличие гемолитической анемии, вот, и, возможно,
поражение центральной нервной системы в виде когнитивных нарушений или каких-то иных симптомов, да, атаксии, например, пирамидного синдрома. Гликогеноз 10 типа – это дефицит фосфоглицерат-мутазы. Тоже начинается в детском или подростковом возрасте с нарушения толерантности к физической нагрузке, крампе, характерной миоглобинурия, тоже аутосомно-рецессивное тип наследования, прогрессирующее течение. При миографии никаких признаков миопатии мы у этих пациентов не видим. Вот. И гликогеноз 11 типа – это дефицит лактат-дегидрогеназы. Хромосомная локализация здесь указана, тоже начинается в детском или подростковом возрасте с нарушением толерантности к физической нагрузке, крампе и миоглобинурии. То есть вот эти вот заболевания гликогеноза 9, 10, 11 типов, они вот за исключением 9 типа достаточно похожи друг на друга. Вот. И если мы встречаем пациента, например, ну, взрослого пациента, который жалуется на то, что с детства у него сложности всегда были с переносимостью физической нагрузки, с проблемами с уроками физкультуры, а впоследствии, да, он начал отмечать мышечные боли после нагрузки или вне нагрузки, и, соответственно, это все носило приступообразный характер, значит, нам надо заподозрить вот эти вот гликогенозы, да. Ну, измерить у пациента, конечно, нужно КФК, миоглобин. Причем, если пациент просто находится вне приступа, анализ на миоглобин, он может ничего не показать. Обязательно нужно пациенту сказать, что попробуйте сдать анализ, когда у вас будут боли мышечные во время приступа. Вот. Либо можно спровоцировать миоглобинурию небольшой физической нагрузкой. Ну, конечно, не так, чтобы довести пациента до какого-то сильного болевого приступа, но, тем не менее, попробовать предложить пациенту немножечко поприседать, ну, сделать какие-то упражнения, да, и вот взять анализ мочи на миоглобин. Вот. Достаточно коварство этих заболеваний в том, что при электромиографии ничего не выявляется. Нередко, да, у таких больных могут подозревать психопатологию, да, какие-то синестопатии. Нередко могут путать эти состояния с таким заболеванием, как первичная фибромиалгия, которая тоже является психосоматическим. Вот. Значит, важно помнить, что бывают миопатии при нарушениях обмена гликогена, которые не сопровождаются электромиографическими изменениями. Вот. Надо сказать, что в данной ситуации может быть полезна биопсия мышечная, да, которая может выявить, соответственно, накопление гликогена между мышечными волокнами. Это поможет поставить правильный диагноз и назначить лечение. Так вот, лечение болезни помпы, например, заключается в применении рекомбинантной человеческой альфа-глюкозидазы из молока кролика в дозе 15-40 мг на килограмм в неделю. Вот. У пациентки, про которую я говорил, да, была сделана мышечная биопсия с окраской на гликоген по шифу. И вот видно, что во всех мышечных волокнах хорошо видны вакуоли, наполненные гликогеном. Белые вакуоли на фоне красных мышечных волокон. Следующий раздел – это миопатии при нарушениях пуринового обмена. Здесь в первую очередь нужно упомянуть о таком заболевании, как дефиците миоаденилатциклазы. Значит, это заболевание, которое тоже проявляется болями в мышцах при физической нагрузке, миоглобинурией, и начинается оно в детском и подростковом возрасте. Значит, выделяют первичные и вторичные синдромы дефицита миоаденилатциклазы. Вот по данным американских авторов, значит, это заболевание встречается в 1-2% биопсии мышц. Дефект находится в гене АМПТ1,
КФК в норме или слегка повышена. И, соответственно, электромиография, вот так же, как при последних гликогенозах, в норме. Да? То есть здесь, опять же, возникает риск того, что у больных могут подозревать какую-то психопатологию. Не находя у них патологии на электромиограмме, вот. Тут, опять же, можно и нужно думать о том, что возможно, вот такая достаточно распространенная миопатия, вот, и своевременно направить больного в молекулярно-генетическую лабораторию на диагностику мутации гена АМПТ1. Значит, к сожалению, в нашей стране ни в одной лаборатории полный анализ этого гена не делается. Да, вот наша клиника пытается сейчас с одной лабораторией договориться о том, чтобы делался такой анализ, потому что есть лаборатория, где делается анализ на какой-то полиморфизм в этом гене. Это делается для спортсменов, для каких-то специальных целей. Вот. А вот для диагностики этого весьма распространенного миопатического дефекта пока в нашей стране нет разработки. Ну, будем надеяться, что, значит, нам удастся договориться с этой лабораторией и будет налажена такая диагностика вот этого вот заболевания. Следующий раздел – это миопатии при нарушениях липидного обмена. Да, и здесь в первую очередь нужно говорить о миопатиях, связанных с дефицитом карнитина. Ну, как известно, 75% карнитина в организм человека поступает с пищей. Выделяют первично-мышечный дефицит карнитина, первичный системный дефицит карнитина и выделяют вторичную неопределенную форму дефицита карнитина с нормальным или немного сниженным его уровнем. Первично-мышечный дефицит карнитина проявляется в детском или подростковом возрасте. У детей отмечаются парезы и атрофия, отмечается слабость шеи, гиперлордоз в пояснице. Выявляются классические миопатические симптомы, это утиная походка, парезы ягодичных мышц, это приемы Говерса, то есть дополнительные приемы, помогающие больному встать из положения сидя. У больных могут развиваться нарушения сердечного ритма в результате кардиомиопатии. КФК может не повышаться, либо может повышаться достаточно до высоких цифр, до 15 раз. На электромиографии выявляются миопатические единицы, стимуляционная миография не выявляет патологии нервов. И спонтанная активность, да, такая как потенциалы фибрилляции, положительных острых волн, бывают только при наличии клинических парезов. Для лечения применяется карнитин в высоких дозах 2-6 грамм в сутки. Да, то есть это препарат карнитон, представленный на российском рынке, да, с таблеточками по 1 грамму. Да, вот от 2 до 6 таблеточек в день такие пациенты должны получать. Первичный системный дефицит карнитина сопровождается выраженным снижением карнитина плазмы, вторичным нарушением окисления жирных кислот, первичного дефекта окисления жирных кислот при этом заболевания нет. Вот. И здесь также наблюдается клиническое улучшение, да, у больных после терапии карнитином. Начинается болезнь в раннем детском возрасте, возможно, развитие энцефалопатии, да, как при синдроме Рейе. Отмечается увеличение печени, повышение гипераммониемия, да, возможно, гипогликемия некетоновая, да, без кетоацидоза. Развивается кардиомиопатия и миопатия скелетных мышц. Выявляются у таких больных мутации в гене SLC2A5. Значит, лечение – это высокие дозы карнитина, но отмечают, что это эффективно лишь у части пациентов. Ну и, наконец, вторичный дефицит карнитина, да, встречается при органических ацидуриях, да, то есть нарушениях обмена аминокислот, при дефектах дыхательных цепей митохондрий, может быть, при синдроме Фанкони,
дефиците метилен-тетрагидрофалат-редуктазы у больных, находящихся на гемодиализе, которые длительно принимают вальпраты, ампицилин и зидовудин, препарат от ВИЧ. Далее следует отметить такую болезнь в миопатиях при нарушениях липидного обмена, как дефицит карнитин-пальмитаил-трансфераза. Вот насколько мне известно, в России уже есть даже пациентская группа родителей и детей, да, детей с этим заболеванием и их родителей, да, которые занимаются борьбой за то, чтобы в нашей стране, да, им предоставляли соответствующее лечение. Значит, если болезнь начинается в наиболее раннем возрасте, младенческом, да, то, как правило, она заканчивается летально, да, отмечается летальная энцефалопатия, кардиомиопатия с грубыми нарушениями ритма. Вот. Во взрослом возрасте болезнь протекает более доброкачественно, тоже имеют место миалгии, крампи, миоглобинурия во время приступов, КФК немного повышена или в норме. Вот. Электромиография выявляет миопатические единицы. Также при патологии липидного обмена, значит, встречаются такие дефекты, как патология ацилкоэнзим адегидрогеназ. Да? Значит, здесь есть разные вот эти ферменты. Есть патология очень длинноцепочного фермента, длинноцепочного, средняя и короткоцепочного фермента, а также длинноцепочечной тригидроацил-КОА дегидрогеназы. Значит, здесь есть определенное лечение. Например, при среднецепочечной патологии применяют 2 грамма на килограмм крахмала утром, низкожировую диету. То есть менее 30% жиров должно поступать в организм. Вот. Это заболевание проявляется синдромом Рее, да, эпизодами летаргии, рвотой, некетоновой гипогликемической комой у ребенка в возрасте около 2 лет. Вот. Примерно такие же проявления имеют место при длинноцепочечной форме. Лечением здесь будет 0,5-3 грамм на килограмм среднецепочного триглицеридного масла, да, и низкожировая диета. Следующая группа заболеваний – это митохондриальные миопатии. Ну, как мы знаем, митохондрии имеют собственную ДНК, которая отделилась от ДНК ядра клетки человека примерно 1 миллиард лет назад в процессе эволюции. Эта ДНК является кольцевидной двойной цепью размером 16,5 килобаз. И при мутациях митохондриальной ДНК в части клеток человека оказываются только нормальные митохондрии. Это называется нормальная гомопластия. В части клеток человека оказываются и мутантная, и здоровая митохондриальная ДНК. Это называется гетеропластия. А в части клеток находится только мутантная митохондриальная ДНК. Это называется мутантная гетеропластия. Митохондриальные дефекты передаются от матерей к дочерям. Когда количество мутантных митохондрий превышает определенный порог, проявляется патологический фенотип, то есть митохондриальное заболевание. Однако мутантные митохондрии могут компенсировать свою функцию, задействуя мРНК и тРНК из соседних здоровых митохондрий при состоянии гетеропластии. Таким образом, это позволяет развиваться несколько редуцированному патологическому фенотипу. Перейдем к рассмотрению конкретных форм. Миоклоническая эпилепсия с рваными красными волокнами или синдром МЕРВ. Ну, здесь наблюдаются проксимальная мышечная слабость, да, но симптомы, которые в большей степени на себя обращают внимание,
у больных, да, это генерализованные эпилептические припадки, это развитие когнитивных нарушений деменции, это нейросенсорная тугоухость, атаксия, атрофия зрительных нервов. Да, это, конечно, в большей степени, да, инвалидизирует пациентов. Характерна фотосенситивная эпилепсия на электроэнцефалограмме. Да, при фотостимуляции появляются разряды эпилептиформные. Для таких больных характерен множественные симметричные липомы. У этих больных нет глазодвигательных нарушений. При электромиографии стимуляционной выявляются патология чувствительных волокон, сенсорная аксонопатия нервов. При электромиографии игольчатой мы видим мелкие ПДЕ с низкой амплитудой, длительностью и полифазией с ранним рекрутированием, то есть типичные миопатические единицы. А в мышечных волокнах в биопсии у таких больных отмечается пролиферация митохондрий с красным ободком и крапчатой цитоплазмой. Это так называемые рваные красные волокна. Да, вот здесь мы видим в биоптате на голубом фоне эти красные ободки и такую крапчатую тоже цитоплазму мышечных волокон, в которых имеется мутантная митохондриальная ДНК. Также при митохондриальных миопатиях применяются разные методы окрашивания биоптатов. И надо сказать, что очень характерным является два признака. Да, это отсутствие окраски на циклооксигеназу некоторых мышечных волокон. Это первый рисуночек. Значит, вот желтенькие волокна нормальные, а беленькие, да, ненормальные. И, возможно, избыточная окраска на сукцинат-дегидрогеназу некоторых волокон. Да? Рисуночек номер два. Голубая избыточная, синяя такая окраска мышечных волокон некоторых, да, на фоне отсутствия окраски большинства волокон. Если говорить о лечении синдрома МЕРВ, да, то здесь основной проблемой, конечно, является эпилепсия. Назначаются антиконвульсанты, но нужно следить за дозами, нужен лекарственный мониторинг, потому что возможен у таких больных седативный эффект с угнетением дыхания. Для лекарственной терапии у них используется креатин, креатин-моногидрат в дозе 5-10 грамм в сутки. Это большие дозы креатина. Следующее заболевание – это митохондриальная энцефаломиопатия с лактатацидозом и инсультоподобным синдромом – МЕЛОС. Значит, здесь у больных в возрасте обычно 15 лет, но бывают и более поздние случаи начала заболевания, развиваются энцефалопатия и миопатия с повышением лактата в крови и ликваре. Значит, вот в 15 лет начинаются где-то у 60-80% больных симптомы, и развиваются инсульты, которые часто ассоциируются с мигренозными болями головными. Таким мигренозным болям и инсультам часто предшествует физическая нагрузка или инфекция, например, ОРВИ. А вот ниже, тут, правда, не очень хорошо видно, представлены диффузионно-взвешенные магнитно-резонансные томограммы головного мозга 61-летнего больного синдромом МЕЛОС, где видно, что зона ишемии, вот в височной доле, это правый рисуночек, не соответствует зонам сосудистого бассейна, это яркие зоны, вот, а слева на рисуночке видно, что этой зоне соответствует темная окраска карты относительной коэффициента диффузии. Да, то есть здесь по этим признакам несоответствие сосудистому бассейну, да, вот такому распределению изображения на диффузионно-взвешенной МРТ, можно заподозрить, что это необычный ишемический инсульт. Следующее заболевание – это синдром Кернса-Сейра. Для этого заболевания характерна триада, которая включает в себя прогрессирующую наружную офтальмоплегию, пигментную ретинопатию, ну и которая выявляется при осмотре глазного дна, да, и АВ-блокаду, которая выявляется при ЭКГ. Дополнительными симптомами этого синдрома могут быть низкий рост, проксимальные парезы и амиотрофии,
нейросенсорная тугоухость, когнитивные нарушения, ну, в частности, отставание в развитии, отставание в успеваемости в школе у ребенка. И часто бывают множественные эндокринные нарушения. А следующее заболевание – это прогрессирующая наружная офтальмоплегия, для которой характерен ограничение взора по горизонтали и птоз. У меня была такая пациентка, у нее была выявлена мутация в гене митохондриальной ДНК в гене ПОЛГ. Аутосомно-рецессивная кардиомиопатия наблюдается с офтальмоплегией также, да, синдром кардиомиопатии, офтальмоплегии. Также известны синдромы истощения ДНК, это фатальная инфантильная миопатия, и доброкачественная инфантильная миопатия. При доброкачественной инфантильной миопатии в лабораторных анализах характерно повышение КФК в 30 раз, повышается лактат, отмечается глюкозурия, протеинурия, аминокислоты повышены в моче. Вот, на МРТ головного мозга у ребенка отмечаются очаги гипомиелинизации, а на электромиографии выявляются как миопатические, так и невритические потенциалы двигательных единиц. Нейрогастроинтестинальный синдром. Вот здесь представлены иностранные аббревиатуры. Значит, генетический дефект здесь находится в гене ТИМП, так называемом, из 12 экзонов состоящем. Значит, какие здесь симптомы? Да, это глазодвигательные нарушения, это полинейропатия, это на МРТ выявляющаяся лейкоэнцефалопатия и так называемая кишечная псевдообструкция, которая связана с тем, что страдают гладкие мышцы кишечника. Симптомы начинаются в возрасте от 2 до 32 лет. На электромиографии выявляется сочетание невритических и миопатических единиц. Выявляется спонтанная активность мышечных волокон, это потенциал фибрилляции, КФК не повышается, немного повышаются в лабораторных анализах, лактат, пируват, также может быть повышение белка в ликваре, в цереброспинальной жидкости. Характерна дилатация кишечника, на его рентгенографии и на ЭКГ выявляется блокада правой ножки пучка ГИСа. Синдром Ли – подострая некротизирующая энцефаломиопатия. Обычно развивается в детском, а не взрослом возрасте. Да, это фатальное заболевание, которое проявляется отставанием психомоторного развития, приступами рвоты, наличием глазодвигательных нарушений, нарушений дыхания, мышечными атрофиями и общей мышечной слабостью. Отмечаются птоз, нистагм, снижение зрения в результате атрофии зрительного нерва. Могут быть спастичность, снижение слуха, гиперкинезы, атаксия и полинейромиопатия. Следующая группа митохондриальных миопатий – это митохондриальная миопатия и сидеробластная анемия. Значит, ну здесь отмечается прогрессирующая непереносимость физических нагрузок с детского возраста, признаки миопатии на миографии. Вот. И позже возникает в подростковом возрасте сидеробластная анемия. В пунктате костного мозга можно увидеть отложение железа в эритробластах. Митохондриальная миопатия с повторной миоглобинурией. В покое лактат и пируват сыворотки в норме. Но вот если мы попросим пациента сделать приседание, да, или какой-то аналог физического упражнения и возьмем у него кровь на лактат и пируват, мы увидим, что они повысятся. Немного повышена КФК, и в биоптате мы увидим рваные красные волокна. Следующий дефект, да, это дефицит сукцинат-дегидрогеназы. Значит, здесь больные жалуются на миалгии, нарушение переносимости физических нагрузок, на крампе, возникают эпизоды миоглобинурии, и здесь возможен отек мышц при эпизодах рабдомиолиза. Надо сказать, что рабдомиолиз – это фатальное осложнение, значит, при миопатии, которое может вызвать острую почечную недостаточность, закупорку почечных канальцев. Вот, поэтому это заболевание является опасным. КФК повышается при этом заболевании. МЭГ выявляет миопатические единицы и выявляются в биоптате рваные красные волокна. И, наконец, дефицит коэнзима Q10. Это заболевание полиморфное, гетерогенное.
значит, выявляют миопатическую форму с нарушением переносимости физических нагрузок, миоглобинурии, миопатии при электромиографии, и также у больных выявляются эпилептические припадки, имеют место атаксия. У младенцев может развиваться дефицит коэнзима Q10 в виде генерализованной энцефалопатии и патологии почек. Да? Также известна атактическая форма с развитием атаксии, эпилепсии и атрофии мозжечка. Ну, как известно, мозжечок оказывает антиэпилептическое действие, является частью антиэпилептической системы, да, поэтому его атрофия в данном случае приводит к развитию припадков. Возможно развитие по типу синдрома Ли, да, либо возможно изолированная миопатия. Да, либо возможно изолированная миопатия. Значит, здесь важно диагностировать коэнзим Q10 в сыворотке, да, если он существенно снижен, назначить препарат, у нас есть замечательный Кудесан, да, при котором возможно улучшение, да, симптомов некоторых. Приобретенная миопатия. Здесь в первую очередь нужно сказать о миопатиях в результате применения лекарственных средств. Значит, большую группу составляют здесь статиновые миопатии. Да? Значит, как известно, статины, да, это ингибиторы бета-гидрокси-бета-метил-глютарил-коэнзима А, ГМГ-КОА, редуктазы, которые снижают уровень холестерина. Значит, в 2004 году на рынке в США было продано аторвастатина, это наиболее популярный статин, который проникает через гематоэнцефалический барьер, на 11 миллионов долларов. Значит, в США применяют различные виды статинов, вот здесь они написаны, какие, но в России применяются такие формы препаратов, как симвастатин или симгал, аторвастатин или аторис, и розовастатин, это крестер. Значит, как статины приводят к миопатии? Они подавляют превращение ГМГ коэнзима А в мевалонат, из которого образуются коэнзим Q10 и белки, отвечающие за целостность мембраны мышечных волокон, сигнальные пути и рост мышечных клеток. Да, значит, здесь ясно, что одним из путей лечения является назначение препарата Кудесан, коэнзима Q10. Значит, эпидемиология статиновых миопатий считается, что при приеме статинов примерно у 2-7% больных возникают миалгии, вот, а где-то у 0,1-1% больных возникают парезы с повышением КФК. Значит, при совместном применении статинов и фибратов парезы с повышением КФК развиваются у 2% больных, а при совместном применении статинов и циклоспорина, например, развивается миопатия у 32% больных. Вот. Значит, доказана дозозависимая миотоксичность симвастатина. Для аторвастатина пока такой информации нет, а вот такой препарат, который используется в Америке, церивастатин, например, был изъят с рынка из-за случаев фатального рабдомиолиза с явлениями почечной недостаточности, которые привели к смерти пациентов. Значит, у больных со статиновыми миопатиями развиваются миалгии, проксимальные парезы, характерные отеки мышц и боли. То есть это состояние, которое значимо ухудшает качество жизни больного. КФК повышается до очень высоких цифр. В биоптате выявляется дегенерация волокон второго типа, выявляется переваскулярная инфильтрация, то есть воспалительные изменения. И при миографии характерны миопатические единицы, вот, могут быть миозитические единицы, да, а также миотонические разряды. При этом считается, что миотонические разряды являются фактором дополнительного повреждения мышц при миопатии. Лечение заключается в отмене статинов, да, и назначении восстановительной терапии препаратами креатин, карнитин, коэнзим Q10, неотон, фосфоден. Вот. Ну, в том случае, если миотонические потенциалы продолжаются после
соответственно, отмены статинов, да, и дополнительно повреждают мышцы, ну, можно назначить микродозы фенитоина. Следующая миопатия, связанная с приемом лекарственных препаратов, это стероидная миопатия. Да, очень распространенная, надо сказать, распространенность ее недооценивается. Значит, на фоне приема стероидных гормонов, таких как дексаметазон, преднизолон, значит, внутривенно или перорально, да, развиваются безболевые проксимальные парезы, преобладающие в ногах. Да. При этом надо сказать, что вот у определенных групп больных, например, у больных бронхиальной астмой, могут страдать мышцы глотки и диафрагмы. Да? Я часто сталкивался с тем, что в различных клиниках назначают стероиды больным БАС, больным боковым амиотрофическим склерозом. Вот. Нередко, да, мы видим тоже у них стероидную миопатию после этого с ухудшением клинической картины. Вот. Как стероиды вызывают миопатию? Они вызывают избыточный протеолиз в мышцах посредством убиквитиновой системы. И проявляется это появлением миопатических единиц, да, на электромиограмме. Возможно, спонтанная активность мышечных волокон. К другим лекарственным миопатиям относятся миопатии при применении интерферонов, депенициламина, при котором также возможен миостенический синдром, дефенина, леводопы, циметидина, вакцин с солями алюминия, препаратов, содержащих L-триптофан и зидовудина. Клиника Real Health, которая будет переименована в клинику Глеба Левицкого в будущем году, предоставляет помощь больным с различными формами приобретенных и метаболических миопатий. Да? В первую очередь это диагностика, да, это игольчатая электромиография. Ну, естественно, мы выполняем и стимуляционную миографию, если есть подозрение на невритический компонент заболевания. Это лабораторные анализы, да, то есть мы можем посмотреть КФК, миоглобин, да, коэнзим Q10, карнитин. Вот. Это молекулярная генетика, да, если мы подозреваем, например, гликогенозы, да, пожалуйста, мы можем обратиться к методам молекулярной генетики. Это биопсия мышцы с детальным анализом ее и амбулаторное лечение. Это дневной стационар и наблюдение больных. Некоторых больных мы можем вылечить, да, некоторых больных мы можем наблюдать и поддерживать. Я благодарю вас за внимание и через какое-то время буду готов ответить на ваши вопросы. Еще раз добрый вечер, уважаемые друзья. Нам поступило 3 вопроса в студию. Дарья спрашивает, можно ли сформулировать общие принципы диеты при метаболических миопатиях? Вы знаете, к сожалению, трудно сформулировать какие-то общие принципы, потому что важно определить, что нарушено, да, что это дефект, например, пуринов, липидов, да, или это митохондриальный дефект. И, конечно, исходя из этого, да, назначается диетическая добавка. Елена спрашивает, какова частота развития миопатии при приеме статинов. Хороший вопрос. Вы знаете, Елена, официальная статистика, как вот мы, которую мы сегодня озвучивали, да, это где-то вот, примерно от 2 до 7%, да, развиваются миалгии. Если статины и фибраты применяются, 2% больных страдают миалгиями. И где-то 0,1-1% больных страдают развернутой формой статиновой миопатии с отеком мышц и болями. Вот. Но надо сказать, что последние эпидемиологические исследования показали, что все-таки у большего количества людей, принимающих статины, наблюдаются миалгии, сложности с переносимостью физической нагрузки. Вот. Тут сложно озвучивать какой-то процент, но там в этих публикациях говорится, что это примерно 10-20% людей. Какая-то коррекция по статистике тяжелой форме миопатии не дается. Светлана спрашивает, у нее наблюдается 2-летняя пациентка, у которой генетическим анализом подтвержден диагноз синдрома Ли.
Есть ли смысл определять уровень карнитина и коэнзима Q10? Какова диета, медикаментозное лечение? Вы знаете, ну вот, как мы сказали, синдром Ли – это очень тяжелое заболевание. Здесь, конечно, имеет смысл обсуждать назначение и высоких доз карнитина, и прием коэнзима Q10, и, возможно, прием креатина в качестве миотропных метаболических средств, и такие препараты, как неотон, фосфоден. Вот. Но не надо забывать, что при данном заболевании развивается выраженное, конечно, страдание и головного мозга. Прогноз здесь неблагоприятный. Ну, поддерживающая терапия может быть направлена, да, на то, чтобы дать пациентке как можно больше миотропных метаболических средств. Вот, ну, вот диета здесь, опять же, вопрос, да, получает ли больная пищу через рот или через гастростому. Важно, чтобы было сбалансированное питание, удовлетворяющее потребностям в белках, жирах и углеводах пациента, да, чтобы были пищевые волокна, ну и, естественно, да, добавлять вот, карнитин и коэнзим Q10 в пищу через рот. Да, но вот здесь, опять же, нужно, Светлана пишет, что пациентка получает кормление через рот. Вы знаете, здесь нужно определиться, есть ли у пациентки псевдобульбарный синдром, есть ли нарушение глотания. Обычно это может определить логопед, если нет невролога, который это определяет. Да? И, может быть, здесь все-таки имеет смысл питание через гастростому. Да, обследование и лечение в нашей клинике является платным. Да. Так, больше вопросов не поступает. Уважаемые друзья, я благодарю вас за внимание. В следующем году мы продолжим цикл лекций, посвященных нервно-мышечным заболеваниям. А сегодня спасибо вам за внимание. Лекция была сегодня сложная. Вот, спасибо вам за вопросы. Темы, конечно, эти все равно актуальны, несмотря на то, что заболевания редкие. Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками и желаю вам успехов в новом году. Спасибо.